Я Ренат Литвинова. Как страшно жить. Вообще, если обратиться, конечно, к истории эксплуатации женщин, началась давно. Вот если изучить сказки, взять сказку, вот «Красная шапочка». Ужасная сказка вообще, конечно, ее когда-то вот тоже мужик сволочь написал, Шарль. Написал когда-то пером, и вот никто топором это вырубить не может. Это тоже прислала мама девочку своей бабушке. Хотя бабушка была, конечно, больная на всю голову. Жить на краю леса, да, вокруг никого, и дверь держать не запертой. То есть, понимаете, да, искала приключений на старости. Вдруг охотник какой-нибудь заскочит к ней. И главное дело, я как заору, насиловаюсь, и за ним кусты. И главное дело, я как заору, насиловаюсь, и за ним кусты. Мне уже 80 с гаком, мне сразу. Ну, бабушка тоже была странная. Она больная была. Ну как можно прийти родной кровинушке, к своей пожилой родственнице, да, увидеть в кровати это волосатое чудовище и думать, что это твоя бабушка. Ну, у нее глюки пошли. Это видно, бабушка. Ну, как, ну, волосатое чудовище сидит. Ну, что бабушка не бреется, что это как в этой рекламе. Вот это одну ногу побрею станком, а другая пусть отрастает. Ну, вот объясните мне, пожалуйста, этот эксперимент. Вот она так побреет ногу, а потом сверху платок шелковый кидает. И он так раз-раз и спадает. Можно подумать, что если она не побреет, он прям застрянет и порвется. Я не могу. Я как заору насиловаюсь, и за ним кусты. Я как заору насиловаюсь, и за ним кусты. Еще пуще старуха сдурилась, опять к рыбке старика посылает. Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть столбовою дворянкой, а хочу быть вольною царицей. Испугайся, старик, взмолился. Что ты, баба, белины объелась? Не ступить, не молвить не умеешь, насмешишь ты целое царство. Осердилась пуще старуха. И главное дело, я как заору насиловаюсь, насиловаюсь, и за ним кусты. И главное дело, я как заору насиловаюсь, и за ним кусты. И главное дело, я как заору насиловаюсь, и за ним кусты. Как страшно жить. Как страшно жить, как страшно жить, как страшно жить. Ученые решили исследовать мозг женщины. Поймали одну женщину. Ну что, смейте, они же бегают туда-сюда с авоськами. Жловить надо, на дороге уже, которые на пределе валяются уже. Поймали одну женщину, вскрыли черепную коробку, а там пусто. Только через всю черепную коробку натянута какая-то веревочка. Они думали, что это за веревочка такая. Взяли ножницы и разрезали. Ну что, уши отвалились. И главное дело, я как заору насиловаюсь, и за ним кусты. И главное дело, я как заору насиловаюсь, и за ним кусты. И главное дело, я как заору насиловаюсь, и за ним кусты.